отца, 7 лет, 1 А-класс, 53-я гимназия, город Магнитогорск. Для конкурса дети читают стихи. У кого виду зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песни заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол, видений полны, там у заре прихлынуты волны, на брег песчаный и пустой. И 32 тихи прекрасных, чередой из вод выходит ясных, и с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя. Там в облаках перед народом, через леса, через моря, колдун несет богатыря. В темнице там царевна тужит, а бурлук ей верно служит. Там ступа с бабою игой идет-бредет сама собой. Там царь Кощей над златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет. И я там был, и мед я пил, у моря видел дуб зеленый. Под ним сидел, и кот ученый свои мне сказки говорил.